нож выкинул и говорит: давай деньги. А я это побежал и начал это стучать по всем дверям. Сам-то испугался? Ага. В свои 8 лет Арсений уже знает, каково это — столкнуться лицом к лицу с преступником. От грабительницы с ножом ему пришлось спасать свою бабушку. Рассказывает, дело было вечером. Такой роковой встречи у подъезда дома не ожидали. Благодаря находчивости паренька помощь подоспела вовремя. Трагедией могла завершиться и история Даниила. Зимой на глазах четвероклассника его друг провалился в полынью реки Каменка. Мальчик бросился на помощь. Помогли навыки спортивного плавания. Этим видом спорта Данил занимался 2 года назад. Некогда было ждать, пока другие ребята помогут ему. Я сзади его ехал и сразу же его вытащил за шиворот. Вот после этого случая я подумал, может быть, я пойду в МЧС, может быть, я пойду в полицию. Сегодня юных героев пригласили в УВД. Наряду со взрослыми они были удостоены премии «Общественное признание» в номинации «Поступок». Такая награда учреждена общественным советом при УМВД России по Владимирской области. Еще в 2 номинациях «Профессионал» и «За помощь полиции» награждались действующие полицейские и люди, которые активно сотрудничают с правоохранителями, занимаются общественной работой и воспитанием молодежи. Всего на соискание общественных премий было представлено около 60 человек. Выбрали 10 лучших. Торжественную церемонию награждения приурочили к подведению итогов 3-летней работы действующего состава общественного совета при ОМВД. За эти годы члены совета в разных районах области занимались социальными проектами, отстаивали права граждан, инициировали ряд акций: «Безопасное селфи», «Мы за трезвое вождение» и другие. И когда нам в конце года говорят на один вопрос: есть ли у вас за что сказать спасибо полиции? И когда 84% говорят «да», это наш результат работы. Из рук начальника полиции свои награды получили и общественники, переходящие кубки как символ постоянного и тесного сотрудничества. Василий Кукушкин выразил каждому особую благодарность, а также напомнил, что помощь полицейским они могут оказать всегда. Конфликтная ситуация может возникнуть буквально на пустом месте. И тогда ваш авторитет, ваше знание населения, знание психологии населения сильно помогут нам. Уже в октябре этого года срок действия полномочий общественного совета при УМВД заканчивается. Но места действующих членов могут занять другие жители Владимирской области. По итогам выборов новые составы во всех районах будут сформированы осенью. Валентина Мартынова, Константин Миронов, 6 канал.